Исторический факультет ЯРГУ и научно-образовательная лаборатория «Россия и Европа. Сравнительное изучение доиндустриальных обществ» провели осеннюю сессию 2-й Всероссийской научно-практической школы «Средневековая Русь в контексте всемирной истории», посвященную 220-летию университета. Мероприятие было направлено на развитие исследовательских компетенций будущих историков, специалистов по допетровской эпохе. Школа проводилась в рамках реализации программы «Приоритет-2030». В ней приняли участие более 100 человек из 15 организаций, представители университетов и академических институтов, члены музейного сообщества, школьные учителя. Осенняя сессия, так скажем, обрамлена участием 8 лекторов из 10 учреждений. Это в первую очередь 3 академических института: Институт всеобщей истории, Институт славяноведения, Институт русского языка. Это вузы и музеи Москвы, Ярославля, Великого Новгорода. Наши слушатели представлены не только учащимися Демидовского университета, это Белгородский государственный научно-исследовательский университет, это Костромской государственный университет, наш партнер по консорциуму «Верхняя Волга. Территория инноваций», это Московский городской педагогический университет и, конечно, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. Программа школы включила ряд лекций по истории письменной культуры средневековой Руси, большой объем практических занятий по древнерусскому языку и старорусской эпиграфике, а также мастер-классы. Лекторами выступили преподаватели и ученые ведущих институтов и вузов страны. Сам образовательный интенсив, он был очень насыщенным. Лекционная часть, я посчитала, было у меня 10 лекций записанных, все конспекты, они были полны именно той информации, которая необходима. Они помогут в учебной деятельности, в профессиональной деятельности. А практическая часть, она для меня была, с одной стороны, сложна, поскольку я впервые столкнулась с древнерусским языком, но преподаватель, она смогла именно проработать какие-то нюансы в грамматике, в произношении слов, и это, конечно, просто вызывает такой плеск положительных эмоций, за что, конечно, большое спасибо всем. Проведенная научная школа была, конечно, очень информативной и очень полезной для меня, как для студента, просто человека, интересующегося Древней Русью, так и для исследователя. Интенсив по древнерусскому языку был особенно полезен, так как язык источников, с которыми я непосредственно взаимодействую во время своих исследований, для меня очень важен. Помимо этого, такие важные дисциплины, как сфрагистика, эпиграфика, история тех же красок, например, их изготовлений, то, что я услышал в ходе этой научной школы, для меня, конечно же, было очень полезным, важным и информативным. Мы сегодня воссоздавали технику миниатюры средневековой рукописи на Руси. И перед этим мы сделали краски по тем технологиям, которые использовались. Для этого мы смешали пигменты цветные, охры, со связующим, которое тоже сделано самостоятельно по старинным рецептам. Царит атмосфера творчества, чувствуется, как людям это нравится. Я очень рада, тут можно пообщаться с единомышленниками, и вообще все очень здорово.